Говорит Москва. Московское время 8 часов. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку! В эфире передача «На всех широтах». Московское время 10 часов. Последнее известие. Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева. Уважаемые товарищи! Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели передачи «В рабочий полдень». Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы послушаем музыкальное произведение «Над широкой обью», написанное в 1955 году. Из воспоминаний поэта Василия Пухначева. С композитором Валентином Левашовым мы плыли на теплоходе. В синем небе реяли чайки. Впереди на горизонте показались контуры гидростроительства, силуэты кранов и вал плотины. Я смотрел на новую для древней Бибыль и как-то невольно начал импровизировать. Над широкой обью бор шумит зеленый, над широкой обью чайки в вышине. Стоявший рядом Левашов слушался слова и сказал: «Продолжай, продолжай, ведь эта песня получается». Над широкой обью бор шумит зеленый, над широкой обью чайки в вышине. В стороне Сибирь сквозь песни благодона породнились песни о морской волне. В стороне Сибирь сквозь песни благодона роднились песни о морской волне. Приезжали парни, парни с Волгодона. Ой, ты, обродная, принимай гостей. Мастеров бидона Волга шлет с поклоном, шлет от сибиряшки радостных вестей. Мастеров бидона Волга шлет с поклоном, шлет от сибиряшки радостных вестей. А в ответ на это сказала Волге: «Заходя примерно пеною волной, подожди, подруга, ждать тебе недолго. Коммунизм зори светят над страной. Подожди, подруга, ждать тебе недолго. Коммунизм зори светят над страной. Вот твои плотины на твоем просторе, скоро в новом море зашумит прибой. Скоро твоя сила закружит турбина, брызнет ярким светом по земле родной. Скоро твоя сила закружит турбина, брызнет ярким светом по земле родной». Какая все-таки прекрасная наша советская песня. Она живет вместе с народом. Она отражает его жизнь. Она говорит о высоком патриотизме наших людей, о героике труда. Она говорит о том, что происходит в нашей стране. Она как биография нашей страны. Студеная вода вслед за жникою вязала, снопы девка молода, вслед за жникою вязала.
молода, увязала девка бела, что на свете любовь жить. Если честно дело сделать, если труд свой полюбить, если честно дело сделать, если труд свой полюбить. Вот ветви пошумели, говорили ей о том, что колхозное богатство смело входит в каждый дом, что колхозное богатство смело входит в каждый дом. Эх, могуча наша сила, наши поля, изобильная родная, зла вся русская земля, изобильная родная, зла вся русская земля. Согревает нашу землю, нашу родину, наши города, наши сады. Мы избрали тему «Любовь». Ночью дорогу тебе освещает
муки спать до утра не дают. Ведь о тебе все гармони в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?
Сегодняшняя передача проходит во время отдыха, в обеденный перерыв. Сейчас он закончится, снова наши слушатели вернутся к своим рабочим местам. Настало время нам прощаться с теми, кто сегодня слушал нас. Спасибо вам за ваше внимание. Я буду всегда рад встрече с вами, дорогие мои слушатели. Пожелаю вам всяческих успехов в вашей работе и до новых встреч. И завершит нашу встречу песня, название которой тоже часто встречается в письмах, потому что именно она сильнее всех запала в душу нашим радиослушателям. Александры Валерьевны закончено.